мгновенное наказание. Нацгвардия уничтожила САУ, разрушившую Павлоградский мост. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отчитался об уничтожении российской техники, которая разрушила мост между Лисичанском и Северодонецком, а также регулярно обстреливала временный центр области. Об этом сообщает РБК Украина, ссылаясь на телеграм-канал главы области украинские войска зафиксировали координаты вражеской самоходной артиллерийской установки и нанесли удар. Корректировщиками огня стали российские пропагандисты. Скоро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили пион, который разрушил Павлоградский мост и обстреливал Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку, хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. И так будет с каждым, написал председатель ОВА. Ранее российские войска снова уничтожили мост между Лисичанском и Северодонецком в Луганской области. Впервые путепровод был разрушен оккупантами в 2014 году. Напомним, что войска РФ всерьез опасаются контрнаступления вооруженных сил Украины в Луганской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.